В рамках празднования 73-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков в селе Салтановка Навлинского района Брянской области прошла торжественная церемония перезахоронения останков воинов, найденных на местах былых сражений. Поиском занимался отряд «Поколение» региональной общественной организации поискового объединения «Возрождение». В церемонии приняли участие представители церкви. Год назад к навлинским поисковикам обратился житель села Салтановка Иван Антонович Гуркин. Он рассказал о том, как в юности похоронил погибшего от рук фашистов советского бойца в огороде под грушей и высказал пожелание, чтобы воин был найден и торжественно похоронен со всеми почестями. Поиски оказались не такими простыми, так как груши на том месте давно уже нет, и хозяева участка неоднократно менялись. И все-таки найти останки удалось, а рядом с ними был обнаружен и еще один боец. И вот теперь состоялась торжественная церемония захоронения. Я сегодня пришел похоронить солдат, которых я хоронил в 1941 году. Вот именно один из этих двух, именно я с другом Нитроченком Василием Прохоровичем хоронил одного, а второго рядом нашли. Присутствовали представители власти, ветераны, школьники, а настоятель Брасовского храма святителя Василия Великого священник Олег Цыбанков вознес за упокойную молитву. Особые слова благодарности звучали в адрес поисковиков, тех, благодаря кому без вести пропавшие люди вновь обретают имена. Поисковики отряда «Поколение», уникального отряда, которые в свободное от работы время, порой на голом энтузиазме, выходят на поля сражений, ищут останки солдат. И поверьте мне, это не легкий труд и некрасивая картинка, потому что судьбу каждого солдата они пропускают через свое сердце.